Страйкбольная версия карабина М4А1 от китайского производителя фирмы ЦИМА. Версия с ресивером из ударопрочного пластика. В комплекте был сам карабин, бункерный магазин, зарядное устройство, аккумулятор, небольшое количество шаров и шомпол. Материалы изготовления: ствол и труба приклада выполнены из алюминиевого сплава. ДТК, прицельные приспособления, верхний и нижний ресивер, приклад и рукоятка выполнены из ударопрочного пластика. У основания мушки и на прикладе есть антабки для крепления ремня. Штатные прицельные приспособления: мушка и диоптер. Органы управления стандартные для приводов М4 серии. Спусковой крючок. Переключатель режимов огня, совмещенный с предохранителем, который имеет три положения. Это предохранитель, одиночный огонь и автоматический огонь. И кнопка отмыкания магазина. Внутри находится стандартный гирбокс второй версии с усиленными стенками. Все компоненты гирбокса взаимозаменяемы с запчастями от других производителей. Также у этой модели есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо потянуть за рукоятку заряжания. Регулировка происходит с помощью колеса. Длина приклада регулируется. У данной модели аккумулятор располагается в цевье. Чтобы добраться до аккумулятора, необходимо потянуть за кольцо и снять нижнюю часть цевья. Разъем мини-тами, есть предохранитель. К данному приводу подходят бункерные и механические магазины М4 серии от фирмы ЦИМА и других производителей.